Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем играть в игру под названием Anno 2205, и сейчас мы продолжаем проходить мирные миссии. У нас стоит задача достроить космопорт. В принципе, можно здесь посмотреть, что еще связь с космосом. Эти лунные террористы нас не запугают, космическая программа слишком важна для жителей Земли. Давайте отправимся в зону Волбрук. Графен у нас есть, выбрать космопорт, завершить улучшение. Все, понеслась. Заходим сюда. Так, отлично. Космопорт где у нас? Вот он у нас. И заканчиваем. Кабель установлен. Лифт готов к эксплуатации. Все, лифт построили мы космический. Космические станции Союза. Сейчас нам покажут нашу великолепную космическую станцию. Вот она. Супер. Супер. На колесо похоже от мотоцикла. Или от велосипеда. С такими толстыми колесами. Да, прикольно. Поздравляю вас с первым шагом в космос. Теперь вам доступны все преимущества мировой экономики. Второй этап программы лицензирования лунных работ начинается. Старый я уже стал. В следующий раз в драку не полезу. Тебе нужен боевой флот. А я на верфи буду помогать тебе строить корабли и все такое. Анализ потребления. Я лучше сообщу о проблеме, пока всю вину на нас не свалили. Так, смотрите, мы можем здесь выполнить задание, которое нам принесет кредиты. Давайте мне выполним. Нравится. Так, нам нужно доставить еду, я так понимаю, да? Для этого выбираем наш корабль, космопорту ему подгоняем, и сейчас заберем еду, отвезем заказчику. А плотину мы с вами построили здесь первую, всего будет 3 плотины, вот вторая разрушена, вот третья разрушена. Следующую плотину мы сможем с вами построить. Отлично. На 10 уровне. Заработала. Но мы же на этом не остановимся. Вот, и будет, соответственно, каждая плотина давать дополнительно по 1000 энергии. То есть первая 1000 дает, вторая дает 2000, третья дает 3000 энергии. Всего будет 6000 энергии на вот этот вот наш сектор. Это на самом деле очень хороший подспорье. На мой взгляд, самое важное. Так, давайте заберем еду. И отвезем ее заказчику. Вот наш заказчик. А этот что хочет? Как хорошо, что ты здесь. Мне как раз кое-что нужно. Давайте тоже примем. Понятно. Простенькая задача. А деньги нам сейчас нужны. У нас не так хорошо, уж что у нас такое и много прибыли. Так, а куда ехать-то? Очень хорошо. Помогай другим, и другие помогут тебе. Так, ну. Заказы — хороший способ заработать дополнительные ресурсы. Пока нам простенький заказ дает, ничего сложного. Поэтому я думаю, что можно их повыполнять. Тем более, что мы еще так прям сильно-то уж не апнулись. Но мы сейчас с вами пойдем уже в другой сектор. Давайте отвезем в космопорт. Ладно, тут есть что улучшить. И пойдем уже на следующий сектор. Так, я так понимаю, что нам дали разрешение на улучшение наших станций. Я правильно понимаю? Я сам лучше не справился. Вот появились всякие плюшки, модули дополнительные. В частности, можно увеличить производство, там ангар дронов, потребность в рабочей силе снизить, можно потребность в энергии снизить, и можно потребность в логистике снизить. То есть много всего интересного есть. Здесь у нас что? О, чудесная новая технология. Нет, нет, пока нет. Извините, не поедем. Мы поедем. То, что там и говорили, будем заниматься арктическим непосредственно шельфом, да? В Арктике все ваши действия будут контролировать хранители Арктики. Давайте взглянем на их территорию. Да, давайте взглянем. Значит, нам 3 дается на выбор арктических территорий. Значит,
Первое идет ледяное поле Аки. Ледяное поле Аки включает 4 острова. В этом секторе много места для строительства. Он уже привлек внимание крупной корпорации, желающей включить его в свою сеть логистики. Проект логистика. Второй. Горы занимают большую часть суши в этом регионе. В море вокруг ледника Икума расположено много старых неисправных нефтяных платформ, за которыми наблюдают хранители Арктики. Ну, здесь, соответственно, нефть будет у нас. Третье. Протекторат Кингейт. В протекторат Кингейт входят 2 крупных острова. Здесь находится один из стабилизаторов климата хранителя Арктики. Говорят, он нуждается в ремонте. Имиджевый проект. Ну, я думаю, что самое простое, самое важное, это вот прям первую выбрать, тем более, что она самая большая. Ну и по строительным площадкам здесь вроде как тоже не так уж и плохо. Поэтому выбираем ее. Выкупить сектор. Поздравляем с началом второй фазы программы лицензирования лунных работ. Вы получаете разрешение на добычу редких ресурсов в Арктике. Вас будут контролировать хранители Арктики. Организация, поддерживающая работу стабилизаторов климата, которые не дают таять арктическим льдам. Представитель Союза расскажет вам все в деталях. Отлично. Поехали на нашу территорию. Температура ниже нуля здесь держится только благодаря технологии стабилизации климата. Так, я здесь у нас, смотрите, все много интересного. Давайте сразу проясним. Мы ждем строгого соблюдения наших директив. Да-да, товарищ Янг, мы все поняли. Экосистема Арктики очень хрупкая. Соблюдайте эти правила, и мы поладим. Окей. Так, ну вот наш космопорт с нашим Мишкой, симпатично. Не самый теплый прием. Тем не менее, второй этап начался. Для строительства ракет нам необходимы ресурсы Арктики. Давайте построим базу на одном из этих островов. Да, давайте построим. Выбирайте, я думаю, что вот этот остров выберем. Все острова подходящие. Если вы построите здесь центр распределения, я официально оформлю остров на вас. Но теперь, когда остров принадлежит вам, вы имеете право добывать на нем полезные ископаемые. Имейте в виду, хранители Арктики не будут сводить с вас глаз. У них жесткие правила, и при строительстве базы вы должны о них помнить. Соблюдать их нормативы по теплу будет нелегко. Так, понятно. Давайте посмотрим, что у нас здесь вот за звездочка, что за задание. Принять. Мы хотим проложить путь прямо во льдах. Угу. Наши конкуренты считают это безумием, но с вашей помощью это реально. Вместе мы убедим хранителей поручить работу нам. И, конечно, вы сможете пользоваться новыми маршрутами. Не делайте поспешных выводов о целях нашей корпорации. Этот проект экологичен. Мы хотим созидать, а не разрушать. Вы поддержите нас? Конечно, поддержим. Что делать-то? Так. Ну, хватит показывать нам видео. Давайте показывайте нам игру. Хотим играть. Дайте играть. Так, отлично. Значит, что нам будет давать этот... Плюс 50 единиц логистики. Но я так думаю, что следующий плюс, наверное, 100, а следующий плюс 200. Что-нибудь типа в таком духе. Посмотрим, окей. Сейчас нам нужно... Извиняюсь за холодный прием со стороны моих коллег. Я Вилли Йоргенсен. У меня тут торговый склад рядом. Хотя бизнес не очень. Ты заходи, ладно? Да, ладно, я зайду. Спасибо, что познакомились. Итак, продолжим. Значит, первое задание, которое нам нужно здесь выполнить, будет дрон-наблюдатель. Найдите в ледовом канале 3 штучки собрать дронов, вот таких вот. Ну, мы к ним чуть попозже вернемся. Сейчас пока начнем обустраивать базу. Значит, какие здесь особенности? Особенность здесь следующая. Что вокруг каждого предприятия, почти каждого предприятия, есть тепловая зона. И юрты местных жителей можно строить именно в этих тепловых зонах. То есть вот такое вот здесь ограничение есть. На Луне там будет свое ограничение. Ну а в теплых краях там никакого ограничения, в общем-то, нет. Так, давайте тогда сейчас, наверное, вот сюда вот дорогу проложим. Сюда тоже, в принципе, можно подложить. И начнем строить юрты. Нам
первое задание дают. Нужно построить 10 полярных домов и 25 сотрудников, да? Окей, давайте. Раз, два, три. Обещаю, четыре. Хранители Арктики будут всем довольны. Видите, если я ставлю сюда дом, сразу пишется нет источника тепла. И, соответственно, если мы его здесь поставим, сейчас поставим, будет такой значок показываться, температура. Можно его перенести, соответственно, в теплое место, куда-нибудь вот сюда, например. Здесь мы сейчас тогда с вами еще проложим дорогу. Вот так вот. И построим еще. Внимание, не удовлетворен спрос на определенные товары. Вот. Тоже даже кусочек, видите, вылезает, нет источника тепла. И все, и фиг вам. Называется, фиг вам. Народные, да. Так, у нас кончились материалы. В принципе, 10 домов мы с вами построили. Население сейчас у нас будет. Похоже, вы соблюдаете все наши правила. Да. Мы даем вам разрешение на расширение космопорта. Спасибо. В разумном пределе. Спасибо. Да, это сейчас горячая тема. Орбитальный дозор все еще угрожает торговым путям Всемирного Союза. Вы должны построить морской порт рядом с космопортом. Надеюсь, отлично. Вы читали наши правила. Да, мы читали. Значит, смотрите, мы построили бокситовую шахту по добыче алюминия. И теперь построим завод. Наверное, вот как-нибудь вот так. То есть здесь нужно вот как можно, чтобы шире у вас вот эта зона тепла была, чтобы можно было больше домов строить. Вот так вот построим. Соответственно, завод по производству... как он там, пенометалл называется, да, пенометалл, из которых строятся дома. То есть тоже очень важная вещь. Дальше нас просят построить... не просят уже ничего строить, да? Окей, давайте построим рыбную ферму, чтобы было что вообще жевать. Проложим дорогу к ней. Оп. Так, плюс 4 рыбы. Ну и, соответственно, построим завод. Завод мы построим с вами, знаете как? Вот, наверное, таким образом. Ой-ой-ой, что я сделал? Куда ты делся, завод? Эй-эй! А, вот он. Вот так вот мы его построим. Сейчас у нас появится 3 пенометалла. И построим. Сейчас я объясню, для чего таким именно образом. Хотя можно даже вот, наверное, вот так вот сделать. Давайте, наверное, вот так вот его сделаем. Проверим мои корабли в деле. Так, все равно, кстати, не хватает консервов. Нужно будет увеличивать. Так. Нефтехимикаты для увеличения потребуется, ну а для того, чтобы получить нефтехимикаты, нужно будет выполнять всякие миссии. Окей, значит, теперь дальше опять требуются сотрудники. Ну что, давайте увеличивать. А, теперь нету этих опять, да? Пенметаллов. Вот сюда проложим. Сюда проложим. Так, пока, наверное, достаточно будет. Сюда можно, сюда. Вот смотрите, странно, да? Сюда можно, уголок цепляет, сюда нельзя. Тоже вроде уголок, но, видимо, там сколько-то процентов должно быть. Ладно, давайте сюда построим. Потом сюда сейчас построим. Опять же, все эти материалы можно покупать у продавцов. Давайте посмотрим, чё почём. О, привет! Ты в порядке? Вот, как раз 97 стоит материалчик. Допустим, 10, если купим, это будет 1000. Давайте купим. Спасибо огромное. Так, на пробу. Так, и теперь... Так, нет источника тепла. Сюда строим. Сюда тоже нет источника. Сюда построим. Сюда построим. Сюда построим. Вот здесь вот можно построить. Отлично. Отлично. Расположили.
Это просто супер какой-то. И теперь, сейчас у нас уже будет 50 сотрудников. Ваше поселение в Арктике есть. Стабильно развивается. Скоро весь необходимый для вашего морского порта персонал будет набран. Отлично. Что дальше? Задание-то нам дайте. Начинайте строить пристань для ледоколов при космопорте. То есть здесь вот, да, на космопорте строим. Климат. Плохо зажившая рана Земли. Что будет, если я ее ковырну? Да ковыряйте, пожалуйста, нам не жалко. Стабилизаторы климата вызывают погодные аномалии. Вероятно, постороннее вмешательство. Система не отвечает. Показатели приближаются к критической отметке. Они захватили всю сеть стабилизаторов климата. Это вы виноваты. Ваша лунная программа привлекла сюда террористов. Да, конечно. Забудьте о нашей поддержке. Конечно. И не лезьте в наши дела. Вообще красавцы. Мы пришли помочь, понимаешь, им обживать суровые места. Дело в том, что нам просто нечем защищаться. Тут нужна военная операция. Или пришли нам больше людей, и мы попробуем найти другое решение. Йоргенсен прав. Мы должны действовать с официального разрешения или без него. Найдите хакеров и отключите генераторы помех дозора. Или просто уничтожьте их. Я могу провести калибровку этой системы. Работы в космопорту завершены. Значит, смотрите, что у нас здесь получается. Получается, для того, чтобы улучшить космопорт, нам нужно нефтехимикаты, 10 штук. Их мы пока никак получить не можем, кроме как военными, опять же, действиями. Давайте, наверное, выполним вот эти несколько заданий, посмотрим, что поменяется. Ну, а уж если не получится решить, то тогда будем вместе с вами. Так, и, кстати, дронов-то можно руками собирать. Давайте соберем руками. Так. Еще один дрон. И, наверное, вот здесь вот еще один. Да. Должен предупредить. Если вы двинетесь на пролом, вы дестабилизируете весь район. Да, конечно. Я рассчитывал найти вас здесь. Надеюсь, вы согласитесь заняться одним проектом. Так, значит, второй шаг из 6. Численность населенная. Ученые требуется 0 из 100. Вот это будет сложно сделать. Потому что для того, чтобы продвинуть развитие... Слушай. Я паршивый стрелок. Сделай для меня кое-что. Нефть нужна будет, чтобы улучшать предприятие здесь. Ну, единственное, мы можем с вами, в частности, например, сок отправить из вот нашей Привет, первой. Привет, какими судьбами? А тебе многие спрашивают, хотят предложить тебе заказы. Из нашей первой непосредственной системы, вот отсюда, да? Давайте посмотрим, что у нас здесь с соком. Сока у нас здесь мало. Так, но тут есть какой нюанс, что для улучшения, соответственно, разных... Ты оценишь качество. Так. Ладно, так вот сделаем. Тут есть что улучшить. Для улучшения разных типов предприятий на разных теплые земля... Соответственно, Арктика, либо Луна, требуются разные непосредственно материалы. Вот здесь вот для улучшения предприятия требуется графен, там требуется, иногда требуется иридий. Там же требуется тоже иридий, либо, соответственно, нефть, нефтепродукты. У нас графен есть, нефти у нас нет. Давайте посмотрим. Это затрудняет работу. Попробуйте что-нибудь сделать. Здесь предлагается задание на получение графена. Ну, мы сейчас с вами будем работать над получением сока. Давайте посмотрим. У нас где-то было предприятие, которое должно сок производить. Его надо найти и улучшить. Вот, два предприятия у нас. Давайте вот сюда его сдвинем и построим несколько улучшений. Так, все, это готово. 37 сок у нас получилось. Теперь смотрите. Теперь будем создавать торговый путь отсюда сюда. Значит, по поводу, сколько каких товаров вам нужно, вы можете здесь выбрать нужный вам товар.
смотрите, здесь вот 37 сока, здесь минус 2. Ну, больше мы туда, чем 2 пошлем. Допустим, выбрать новый маршрут. Отсюда сюда. Так, а у нас космопорт там еще не развит. Мы не можем туда отправлять ничего. О боже мой. О, все пропало, мы все умрем без сока. Ладно, тогда придется все-таки там как-то космопорт улучшать. Мы туда ничего послать не можем. Фактически он там есть для того, чтобы только складские всякие делать телодвижения. И это реально плохо. Так, может быть здесь какие-то задания нам дадут еще. Не хочешь для разнообразия помочь? Ну, опять графен. Здесь тоже графен. Блин, плохо. И нужны ученые. Ученые. Так, ну давайте, наверное, сейчас какой-нибудь вот из этих предприятий улучшим. Чтобы просто разные показать. В частности, вот, например, можно так сделать. Оп. Это у нас сельское хозяйство, плюс 37. То есть вот смысла даже вот в этих предприятиях как такового теперь и нету. Можно их лишнее убирать, чтобы там не тратилась на них энергия, люди и прочее. И строить уже по мере необходимости. Либо потом раскидывать, как вам нужно, на нужные вам территории. Давайте смотреть, где у нас еще дефицит. Дефицит у нас еще идет в фруктах. Да, давайте тогда здесь улучшать. Сюда. 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 Вот сюда поставим. А, все, графен кончился. Дальше нужно выполнять задание по производству графена. Давайте, наверное, выполним несколько заданий. Воды, опять же, нет. Нужно воду добыть. Графена вообще нет. Все, нужен графен. Ну, теперь можно выполнять задание. Можно выполнять военные задания, можно выполнять мирные задания. О, да, соответственно. Так вовремя. Поможешь мне? Отлично. Самое простейшее это найти ящики на любом острове. Давайте поищем, чтоб не поискать. Это не те ящики. Но мы зато получили ресурсы. И это отлично. Теперь давайте искать другие ящики. Ну, видимо, не на этом острове. Значит, давайте другой искать. Так. Нет? Пусто. Пусто. Окей, давайте дальше. Так. Тут, судя по всему, тоже нет. Здесь. Странно. Значит, тут последний остается вот тут. Но это не те ящики. И это опять не те. Вот это интересный поворот. Неужели здесь? А, вот они. Их мы слепые не увидели. Вот раз ящик, почти два ящика. Оптимальное решение. Конечно, почти оптимальное. И Бара Foxcom. Робототехника и биотехнологии. Известная компания. Теперь они о вас тоже знают. Так, добавили мы воды. 10 воды у нас. В принципе, все в плюсе, кроме вот этих вот предприятий по синтетическим тканям. А мы вообще их строили, эти предприятия, или нет? Что-то у меня такое ощущение, что мы их вообще не строили. Есть, наверное, смысл некоторые их построить. Нет, строили, смотрите. Давайте, наверное, один модуль сюда построим. Так. Один модуль построим сюда. Так. И добавим по производству водорослей промышленность. Я не понимаю, мы же увеличили вот эти вот... А, это из... синтетические ткани и как раз омолаживатели. А нам вот этих нужно было строить. Ладно, не вопрос, сейчас построим. Так, сюда. Сюда. И людей теперь не хватает. Ну, супер.
Зато мы все в ноль вывели. Это тоже хорошо. Давайте, наверное, построим там пару домишков. Я так думаю. Вполне можно. Опа-па-па-па-па-па. Как у нас стоит. Интересно. Энергоблок. Его особо сильно никуда и не переставишь. Вот сюда вот, если только. Давайте понимаю. Здесь пока поставим. Рекомендуется наем персонала. Да, сейчас мы наймем. Спасибо вам большое, что рекомендовали нам такую практику. Приходите, как говорится, еще. Так, сюда. И вот сюда. Вот это предприятие мы, наверное, с вами сейчас немножко развернем. Вот так вот поставим. О. И сюда еще дом построим. Отлично. Класс. Просто супер. Так, что у нас? Все. Здесь у нас, в общем-то, все с вами в плюсе. Давайте посмотрим, какие у нас задания есть как еще. Хорошо, что ты здесь. Не, как раз кое-что. Ну, спасибо. Так, глайдер первой помощи найти на любом острове. Давайте подальше отъедем и поищем. Глайдер искать сложно. Новые здания у нас появились. Или построй. Так. Сейчас найдем глайдер. Он маленький, правда, совсем. Вот сложно искать, ну, должны увидеть. Заодно, может быть, еще что-нибудь нужненькое найдем. Потому что ненужненькое нам не нужно. Нам нужно нужненькое. Дайте нужненького. Так. Нет, я что-то не наблюдаю глайдером. Здесь еще мосты можно будет строить. Пока мы их строить не можем. Так. Ящики еще. Потому что нужны материалы. Можно даже посмотреть, какие. Это идеальное место для моста. Это роботы. Постройте и суперсплавы. Сторону, а суперсплавы добываются в Арктике. Площадки. Так, где это долбанный медицинский модуль? А точно то, что нужно ищем. Глайдер первой помощи. Да, вот он. О, видите, какой-то. Давайте посмотрим на него. Такой вот забавный прям... Действительно, как скорая помощь разрисован. Отлично, все как по нотам. Ну, спасибо. Я рад, что я вам помог. Так, давайте посмотрим, что здесь нам еще предлагают. Я не призываю к забастовке, но если эта проблема останется... Так, забастовка. Какие громкие слова. Тогда тут все встанет. Так, здесь нам 50 графена обещают. Давайте полетаем немножко. Соберем. Дрона к себе прицепим и полетим. Так, одержите в кризисном секторе. Но я так думаю, что здесь по-другому никак не получится обойти. То есть увеличить рейтинг-то мы сможем. Хотя, в принципе, 100 сотрудников надо. Может быть, все-таки как-то обойдем? Ладно, давайте сейчас найдем то, что нам требуется. Координаты приняты. Потом уже будем думать над тему расширения нашей есть. Корпорации. Видимо, вот сюда вот куда-то надо ехать. Судя по показаниям дрона. Вот здесь такая пупочка горит. Вслед за этой пупочкой надо пиликать. Чем она больше горит, тем ближе находится к месту. То есть горит две ближе. Горит три вообще совсем рядом. Так, ну чё? Давай, лети. Вот сюда куда-то. Уже где-то недалеко. Дальше задания, конечно, такие простые не будут. Будут уже давать намного сложнее. Так, нам вот сюда надо свернуть. Где-то здесь. Где-то тут. Вот. Ну, хоть кто-то здесь работает. О, как говорится, легкие деньги. Отлично. Что мы здесь еще можем улучшить? Мы можем улучшить... соответственно, электростанцию. У нас 2000 будет энергии.
Ну и плюс все-таки нам надо построить несколько предприятий будет сейчас. Давайте вот сюда вот эту ферму передвинем. Сюда же перетащим транспортную службу. И здесь еще построим несколько квартирных домов. Ой, а почему не влезает? Непонятно. Ну ладно. А потому что здесь мы дороги дополнительные строили, поэтому не влезает. Здесь, в принципе, можно несколько маленьких построить. Можно вот ферму сюда притащить, например. Развернуть ее вот так вот. Слава богу. Основные стабилизаторы у нас. У дозора еще много малых стабилизаторов, но это не страшно. Я вас недооценил. Прошу прощения. Отныне мы будем поддерживать вас во всех ваших начинаниях. Я уверена, что нам еще придется иметь с ними дело. Да ладно? Мы что, мирным путем решили? Вау, да мы красавцы! Вау, вау, вау! Супер, супер, супер! Так, ну давайте тогда теперь посмотрим, что там по поводу космопорта. Наглая самореклама. У меня есть торговый склад и в этом секторе. Заходи, ладно? Зайду, зайду. Мы даже что-то уже у тебя шопились, так что ты тут это не саморекламься особо. Да, смотрите, можем завершить действительно. Орбитальный дозор еще опаснее, чем мы думали. Должно быть, у Дрейка много тайных сторонников. Союзу необходимо усилить свое присутствие на Луне. Ну отлично. Для этого надо отправить на Луну целый флот челноков с колонистами. Самое время заняться исследованиями космических технологий. Хорошо. Так, нам нужно создать сок, маршрут логистики, это мы сейчас сделаем, произвести товарные имплантанты и общественный центр построить. Ну, сейчас мы все сделаем, не вопрос. Значит, идем сюда. Новый маршрут. Сок. Отсюда сюда. И здесь... Пятерочку сделаем. Много не будем им давать. А то обопьются. Диатез будет еще. Целый день на морозе. Ваши полярники наверняка оценят лишний источник витаминов. Ну, отлично. Давайте сюда. Устанавливаю связь. Перелетим. Отлично. Сок у них пошел. Нейроимплантанты нужны. И еще, я так понимаю, что проблема с... Теперь... С питанием. Давайте вот здесь вот несколько построим. Все, кончились у нас. Нефтепродукты. Снова лидер в индустрии. Отлично. Так. Давайте расширим. Добычу рыбы. Блин, пятерочку требует. Ладно, оставим как есть пока. Так, и нам нужны нейроимплантанты. Для того, чтобы их произвести... Нам нужен молибден, поэтому нужно строить молибденовую анализ шахту. Анализ потребления демонстрирует потребность в ряде товаров. Так, давайте найдем, где мы будем строить молибденовую шахту. Молибденовую шахту мы вот здесь вот построим. И проведем туда дорогу. Вот таким вот образом. Все, есть, провели молибденовую шахту. Теперь у нас не хватает... транспорта. Давайте транспортную службу построим. И построим... Блин, теперь энергии не хватает. Что ж такое-то? Так, давайте здесь соберем. Что еще надо построить? Еще надо построить завод по производству энергии. Завод по производству энергии здесь строится непосредственно в скалах. Нехватка энергии. Так. Вот он у нас здесь такой. Куда его присобачить-то? Я что-то не вижу. Сюда, что ли? Давайте сюда присобачим. Так, и тащим дорогу к нам. Так, вот сделаем. Все. Энергии есть, транспорт есть, вот эти вот пружинки молибденовые есть,
И давайте завод нейроимплантантов построим. Построим мы его с вами, наверное, вот где-нибудь, не знаю, тут что ли построить. Отлично. Эти имплантанты нужны для подключения к системам управления и связи в космосе. Так, есть. И еще нужно построить один общественный центр. Общественный центр, он у нас не привязан к теплу, то есть строить можно вообще в любом месте. Сейчас наберем 150 защитников, которые требуются для разблокирования вот этого общественного центра. Построим его. И после этого у нас, по идее, должны появиться потихонечку ученые будут в нашем поселении, которые требуются для выполнения шага 2 из 6 проект «Ни слова, а дело». Да ладно, давайте еще. Три человека. Два. Ну давай, один. Давайте я сам туда прилечу. О, отлично. Доступны новые виды построек. Так, ну вот здесь вот построим его. В такие времена важно, чтобы у людей была возможность собраться и обсудить новости. Это поможет сбросить напряжение. Так, все, мы все, смотрите, требования выполнили. Теперь требуются ученые в регионе Арктика. Дальше, соответственно, у нас появляются вот такие вот пим-пим-пим-пим-пим стрелочки для улучшения. Ну, соответственно, мы можем улучшить вручную, а можем моим любимым способом просто автоматическое повышение сделать. И они сами будут автоматически по возможности апгрейдиться. Самый такой простой способ. Вот, кстати, уже 20 человек есть ученых. Ну, повышения пошли. Отлично. Так, давайте здесь, наверное, еще что-нибудь построим. Сюда. Сюда. Вот этот мы сейчас сюда перетащим. Во, класс. Можно вам кое-что предложить? Думаю, нужно сделать так. Так, у нас с вами отрицательный баланс. Это плохо. Нужны люди еще. Давайте соберем людей. Хорошо. Надо иметь в виду этот вариант. Так, отлично. И у нас появилось еще новое строение. Оно пока недоступно. Но скоро будет доступно. Это газовая электростанция. То есть здесь можно добывать газ и из него, соответственно, добывать уже электрическую энергию. Все, смотрите, здесь мы сейчас численность уже до 100 доведем. Пойдет отсчет 5 минут для второго шага из 6. Уже все, пошел отсчет. Ну и плюс еще здесь у нас основная миссия, остается еще 150, соответственно, нужно набрать сотрудников. Так, сюда вот мы можем поставить? Можем, давайте поставим. Опа, у нас пинометалла нет. Плюха, дайте пинометаль. Пинометаль дайте. А пинометалл, наверное, идет на улучшение, поэтому нам не дают строить. Ну-ка. Сейчас посмотрим. Давай. Оп. Давайте вот эту штуку вот сюда подвинем. Поближе, чтобы поплотнее было. Ну и, соответственно, здесь можно будет вперед ее сюда вот делать вот эти глазики, нейроимплантанты. Так. Что у нас здесь еще интересного есть? У нас здесь еще несколько заданий. Есть одно боевое задание. Химикат как раз. Да, можно собрать. А может быть еще что-нибудь есть? Попроще. О, заходи. Рад снова тебя видеть. Хочешь помочь мне? Мы все играем свою роль в спасении Арктики, включая вас. Вот это давайте сделаем. Неплохо. Так, вызовем сюда корабль. Так, стоп. Координаты вот приняты. И потом его нужно будет отбуксировать куда? Ага, туда, на базу. Не вопрос. Так и сделаем. Все равно 5 минут нам еще ждать, пока выполнится вот это вот задание. Уже 3 минуты. Отлично. Так, давайте вот здесь вот.
Есть, отлично, цепанули. И теперь тащим сюда. Вот. Подождите. Что, он отцепился, что ли? Так точно. Да, он отцепился. Ха-ха-ха. Два раза я нажал, и он отцепился. Поэтому мы его сдать не можем. А вот теперь можем. Все, отлично. Поехали назад. Едем назад, сейчас приедем и это просьба, что-нибудь еще возьмем. Необычно, пожалуй, но я в тебя верю. Ну вот, в принципе, вот это тоже можно взять. Делать, деньги отец. Лишними не будут. Тем более, что у нас сейчас вообще всего 11 тысяч. Сейчас будет большая проблема с деньгами. Ну что, давай, выкидывай. Так и есть. Берем груз. Так, и куда его доставить надо? Ну вы, ребята, придумали. Вообще молодцы. Ладно, давайте вот сюда вот пустим корабль. Пусть он идет. Так. Ну, тут ученых у нас всего 120. То есть здесь нужно, конечно, увеличивать еще количество ученых. Требуется, здесь вот смотрим, что требуется. Требуется как раз вот такое вот строение. Проблема заключается в том, что оно много потребляет. В таких случаях наши правила предписывают следующее. Знаете, что можно сделать? Вот сюда вот его можно попробовать засунуть. Много потребляет. Вот так вот, да, сделаем. Вот этого ресурса баланс кредитов, то есть если мы его поставим, то баланс в минус выйдет. Я вот что, честно говоря, боюсь. Так. Давайте посмотрим. Он с этой стороны решил пойти, чтобы нам не напороться на вот эти наблюдательные штуки, иначе тогда миссия закончится. Вся наша эпопея. Давайте аккуратненько вот сюда проберемся сейчас и сдадим груз. Продолжай в том же. Ну вот и отлично. Так. Усоев Инкорпорейтед очень давно в химической промышленности. Это ценный партнер. Да, конечно, спасибо большое. Так, это мы с вами сделали. Ну что, попробуем, может быть, еще что-нибудь. Вот нам показывают, что есть повышение. Давайте попробуем. А, нету материала. Материала нет. А почему нет материала? Не понял. Прекрасно. Может, имеет смысл заключить с вами постоянный контракт. Я рассчитывал найти вас здесь. Надеюсь, вы согласитесь заняться одним проектом. Так, нужно отбуксировать катер ученых. Окей. Давайте отбуксируем. Где у нас наш катер? Вот он. А буксировать куда надо? Буксировать туда, к звездочке надо. Ну, не вопрос, сейчас отбуксируемся. Давайте цепляем. И оттаскиваем. Все, понеслась. Отлично. Пока не едут, давайте здесь понаблюдаем, что еще можно сделать. 5 пинометалла. Здесь у нас растет, ну, потому что население растет, соответственно, увеличивается доход. Если бы играли бы в вот самую сложную версию, то там вообще было бы очень мало прибавлялось бы. Так, есть. И мы бы очень просто долго ждали, когда бы деньги накопились. Так, этот корабль мы выкинули, давайте второй брать. Нужно вот так вот сделать, нажать, чтобы они здесь высвечивались, куда ехать. Потому что когда не нажато, то пропадает точка. Когда нажата, она появляется. И в принципе можно еще вот здесь настроить по-разному. Там стройплощадки поставить. Маршрут логистики будут. Ну, мне кажется, что это лишняя информация. Кстати, появился заказ еще один. Давайте посмотрим. Да, здравствуйте, все такое. Скажите, о, отлично. Мы в вас не сомневались. То, что надо. Сейчас мы выполним это задание.
Значит, смотрите, мы цепанули корабль. Везем сдавать. А сами пойдем ящики искать. Вот так вот я хитро придумал, да? Два в одном. Пока ищем. Заработаем немножко себе нефти продуктов. Здесь, кстати, белый медведь идет. Смотрите, какой прикольный. Так. Ящики ищем. Что-то я ящиков не особо вижу. Вы видите? Я нет. Давайте дальше искать. Так. Здесь. А, ну здесь точно нет. Здесь. Это не те ящики. Но эти нам пригодятся. Пинометалл там всякие, прочее. Так, окей. Здесь мы посмотрели, давайте здесь искать. Так. Что-то я не вижу ящиков. Как всегда на последнем острове будет. Или было на первом, но мы не заметили. Как закон подлости будет, да? Так, ну давайте вот этот еще остров у нас остался. Нету здесь ящиков. Здесь есть вот такие, опять же, пинометалл. А, да, вот. Как всегда на последнем острове. Наши подходы во многом совпадают. Я рад за вас. Лэйшэн – ведущий международный поставщик энергии. Конечно, они ведут переговоры. Простите, так. Я сейчас тороплюсь. Я Энтони Гудвин, министр торговли. Теперь ваша компания – участник мирового рынка. Зайдите ко мне, и мы поговорим подробнее. Не нафиг, мужик. Отлично, все условия соблюдены. Так, что дальше? Какое нам сказать, еще задание дадите? Хочу предложить вам один заказ. Так, поддерживайте баланс энергии в зоне ледяное поле Акия 300. То тяжеловато будет выполнить. Стартовой площадки готов. Он успешно прошел все тесты. Можете начинать строительство. С нашей стороны вопросов нет. Эти чертежи выглядят интересно. Но я поговорила с Раферти, и, похоже, есть одна проблема. Для строительства космических кораблей вам потребуется особая сталь. Так, особая сталь. Создайте маршрут логистики для товара суперсплава. Их еще нужно будет произвести, эти суперсплавы. Давайте тогда мы их сейчас с вами произведем. И тут еще есть один маленький нюанс. Нам нужно поддерживать энергию. А для того, чтобы поддерживать энергию... Слушай, есть одно задание, но дело чревато стрельбой. Мы можем вот здесь вот так вот сделать. Раз, два. О, все, пошла движуха. Отлично. Так, и давайте будем думать на тему производства вот этой вот суперсплавов. Значит, суперсплавы. Их производят ученые. Для них нужен молибден и алюминий. Окей, давайте построим завод где-нибудь. Вот здесь, например. Производство налажено? Хорошо. Эта сталь имеет много применений. Она нужна не только в космической индустрии. Так, алюминия у нас не хватает. И не хватает еще транспорта. Все к одному вообще идет. Так, ладно, сейчас решим этот вопрос. Вначале транспорт. Транспорт. Ну вот сюда куда-нибудь поставим. Окей. Теперь алюминий. Алюминий у нас вот здесь производится, да? Давайте увеличим добычу. Здесь все плюс. Так, минус здесь теперь. Да, ёпарные кексы. Давайте здесь увеличивать. Ладно, количество людей. Тут есть что улучшить. Есть что улучшить, да? Хорошо, улучшим. Так, нам нужно из минуса выбраться прежде всего. Чтобы не обанкротиться. Это как бы не самая критичная вещь, но лучше этого не делать. Не банкротиться.
Хотя, с другой стороны, если мы обанкротимся, нам сразу кучу денег дадут. Тоже интересный такой вопрос. Так. Все, мы в плюс вышли. Теперь давайте мы попробуем создать маршрут по передаче, соответственно, вот этой вот суперсплавов в теплой территории. Вот сюда. Да, то, что у нас из ледяного поля в бухту Волбрук. Для начала посмотрим, сколько требуется. Ничего не требуется. Давайте по 3 сделаем тогда. Новый маршрут. Значит, отсюда сюда. 3 штучки. Твердить. Вот это дело. Теперь металл поступает без перебоев. Третий этап не за горами. Но координация всех участков вашей космической программы будет совершенно титанической задачей. Нравится вам это или нет, но лучше делегировать часть задач кому-то еще. Так, теперь требуется маршрут по созданию, соответственно, вот этих вот глазиков нейроимплантантов, да? Мы в минусе. Давайте сделаем минус 6, плюс 2. Ого! Плохо. Давайте сюда тогда перенесемся. Поставим здесь вот такое расширение. Можно приступать. Так, да, отлично. И поставим еще несколько домов. Несколько домов. Где у нас дома? У нас дома. Раз, два, три. Нам надо в плюс выходить срочно. Срочно выйти в плюс нужно. А, здесь у нас не хватает материала. Так, ладно, пока ждем. Пока ждем. Можем создать, соответственно, отсюда сюда путь, маршрут. Делаем таким образом. Глазик отсюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не то сделали. Новый маршрут. Глазик. Отсюда сюда. И допустим 6 штук. Вот, подтвердить. Возможность быстро обрабатывать данные вам еще пригодится. Хорошо, что вы заранее об этом позаботились. О, смотрите, сильно как сразу у нас выросло. Связь. Так, отлично. Теперь возвращаемся опять сюда. 4 из 6 сделали. О, вы здесь. Путь проделан не зря. Возьметесь за новый проект? Да, возьмемся. Что сделать надо? Катер ученых отбуксировать. А опять назад, да? Вот прикол. Ладно, хорошо, что у нас корабль здесь. Давайте забираем его. То есть они, короче, сделали свою тут работу, ученые. И мы теперь их отвозим опять в космопорт. Ну, давайте отвезем. Смотрите, насколько сильно вырос баланс кредитов. Просто нереально. То есть, если мы погашаем вот эти вот требования, да, то, что требуется, то значительно вырастает добыча материалов всяких. Просто нереально как-то. Ладно, сейчас посмотрим, что можно еще сделать будет. Давай, сбрасывай его. Сбрасывай, сбрасывай. Все, назад идем. Забираем второй корабль. А сами пока увеличим производство молибдена. Где у нас молибден? Молибден, молибден. Такой. Вот он у нас, молибден. Давайте еще одну построим. Опа. Есть плюс 8. С рыбой надо что-то делать. Рыба. Здравствуй. Давай мы тебя увеличим. Опа, а у нас нету уже на рыбу. Вот так всегда. Ну и купить, я так понимаю, мы это не сможем. А нет, сможем, смотрите. Сможем купить.
Так. Оп. Отправлю на твой склад. Оп. 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 Что-то мне кажется, я не то сделал. Ну да ладно. Давайте увеличим рыбу. Да, очень дорого получилось. Смотрите, чтобы одну проапгрейдить, столько денег пришлось вбухать. Просто пипец. Ну ладно, окей. Что у нас здесь? Здесь мы цепанули. Идем назад в космопорт. Внимание. Так. Не удовлетворен спрос на определенные товары. По рыбе у нас все нормально. Проще выполнять задание, чем покупать у него. Честно, может, это намного дешевле говорите, получается. Что, тут делать? Что здесь у нас? Умоляю, это не по моей части. Подберите наблюдаемый объект ящики, используем принадлежащую вам технику. Нет, это тяжеловато вообще. Не хочу я этой штукой заниматься, но, видимо, придется. Чтобы нефтехимикаты получить, у нас консервов нет. Плохо, 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 плохо. Ну, давай, скидывай. Сейчас все сделаем, все будет чики-пуки. Отлично. Все условия соблюдены. Так, что дальше? Активируйте детонатор. Вот он у нас. Ну-ка. Чух-чух-чух-чух. Круто. Все, готово. Эти каналы помогут прокормить мир. Когда начнется второй этап, я с вами свяжусь. Спасибо. Было очень приятно с вами работать. Приходите еще. Так, плюс 50 логистики мы получили в нашем секторе. И... Ну, попозже с ним еще свяжемся, когда можно будет, соответственно, проблеить. Так, нам требуются топ-менеджеры, служба безопасности требуется. Это просьба чуть необычная. Так, эти пожалуйста. Ребята ушли. Ой, все плохо. Так. Давайте, наверное, попробуем. Тут все нормально, кроме рыбы. Вот с рыбой здесь жопа какая-то. И надо много нефти. Я уже даже жалею, что мы пошли сюда. Там был один сектор, в котором нефть добывалась, нефтепродукты. Может быть, был смысл туда пойти. Так, давайте узнаем, когда следующий раз приходить. 12 уровень, у нас только 6. Окей, все ясно. Все с вами ясно. Так. Нам надо рыбой заниматься. Давайте уйдем отсюда. Перенесемся в нашу теплую. Ты любишь лично решать вопросы на местах? Бухту. Заходи в мой порт. У меня часто бывают интересные заказы. Так, вот сюда мы пришли с вами. И давайте посмотрим, может быть здесь... Нет, заданий здесь никаких нет. Зато нам здесь нужно построить... службу безопасности. Давайте построим службу безопасности. Где она у нас? Вот она у нас. Вот сюда. 4000 она стоит. О-о-о. Что-то как-то дорого. Ну, в смысле, у нас столько денег нет. Вот если бы мы не тратили, как дурачки. Да, ну, кстати, эта служба безопасности сильно понизит нам доход. Как вы видите, у нас сейчас 640... 7 доход, а будет минус 1000. Вот так вот. Ну, я надеюсь, что улучшатся, соответственно, наши чувачки, которые живут в городе, их станет больше. И за счет этого мы как-то из минуса выйдем. Потому что если будет минус, будет как-то, мне кажется, не очень хорошо. С другой стороны, у нас есть шанс сейчас получить миллион. Как вам такая идея? Так, ну давайте. Надо усилить меры безопасности в космопорту. Все, 100 тысяч мы получили, не миллион. Нам не дали миллион. 100 тысяч это тоже неплохо. Даже несмотря на долги. Получено. Позвольте представиться. Так, отлично. Сотрудники. Здорово. Все идет точно по расписанию. Еще немного, и вы покинете колыбель человечества. Спасибо. Я слышала, Джон Раферти уже изучает чертежи стартовых площадок. Давайте сделаем последний шаг и воплотим наши планы в реальность. Так, значит, нужно 5000 топ-менеджеров.
Это дофига. И плюс еще нужны элитные продукты. Так, ну давайте, наверное, вот сюда вот еще поставим security. Чтобы апгрейдились. И здесь вот можно посмотреть на новые дома. Видите, какие такие уже прям небоскребчики появились. Хотел бы что-то в таком доме, просто мечтаю. Да я в любом из этих домов согласен жить, честно говоря. Ладно, с элитными продуктами мы чуть-чуть попозже будем разбираться. Сейчас, я так думаю, что пришло, наверное, время приобрести вот этот порт. Мы сейчас сюда корабль отправим. Кстати, у нас уже 1000 сотрудников. Вау, круто. Сейчас мы сюда пришмандакаем и купим вот этот порт. Что-то долго он плывет. А, ну потому что он далеко находится. Ну и ладно, ну и не страшно. А какие задания есть? Есть задание на нефть. Ожидаем выполнения Иридий. Этого заказа. Я нашла в сети кое-что графа. Интересное для тебя. Нет, на нефть здесь не будет. На нефть будут в лучшем случае, соответственно, в полярных территориях. Так, давайте мы купим идеальное место этот для сектор. Филиала. Вы молодец. Он нам увеличит количество рабочих. Он нам увеличит количество транспорта, энергии. Ну и, соответственно, здесь мы уже можем с вами развивать строительство. Там всяких сельскохозяйственных культур и прочее, прочее, прочее. Давайте, наверное, попробуем сделать. Вот топ-менеджер у нас появился, вкладка, но пока еще нет. Для того, чтобы построить вот эту лабораторию пищевого дизайна, которая будет производить элитные продукты, которые нам нужно сделать, нам нужно мясо и вино. Вино производится просто так, но чтобы оно появилось, нужно, чтобы было 2500 сотрудников. Мясо производится из сои. И мясо из сои тоже 2500 сотрудников нужно, чтобы было у вас топ-менеджеров. Вот. А это будет некоторым образом сложновато сделать. Просто так. Так, что здесь надо? Пора отвечать. Графен. За свои слова. Нет, идите нафиг. Не будем мы это делать. Кстати, вот сотрудники начали жаловаться и начали покидать свои насиженные места, сваливать с нашей территории. Это не очень хорошо. Так, ну, я думаю, что мы с вами на этом закончим. Продолжим в следующий раз. Приходите еще, будет много всего интересного. Пока-пока.